Ну, Стигмате повезло с вокалистом, это 100%. Ну, потому что у Нелла очень необычный голос, он очень сильный. И причем, к сожалению, не всегда получается записать, ну, отразить на записи всю мощность его голоса. Потому что я помню, вот в студии, когда мы писали альбом «Мой путь», и Нельсон просто распевался в комнате, звенели стекла, вот реально не вру. Ну, просто он необычный, очень красивый, и поэтому он очень притягивает. Когда действительно интересные вопросы люди задают, то есть это да, это действительно интересно, как бы отвечать на них. То есть, но в большинстве случаев, естественно, все как бы как у Филиппа Киркорова, надо приходить подготовленными. То есть я не об этом говорю, я говорю о том, что все-таки человеку, наверное, интересно отвечать на то, что как бы на что он может как бы поразмышлять. Чему именно Питер? Я уже сказал. Че непонятно? Че тупые вопросы задают? Я просто не могу больше придумать ничего. Гривни! Сколько мах гривен, ма? Гривен, ма, много. Фишка именно в глубине его голоса, потому что он может петь абсолютно простую мелодию какую-то, абсолютно простой текст, но это тебя очень сильно зацепит. Мне кажется, что это связано именно с его голосом, потому что голос действительно особенный. Все против нас в падении, с обрыва нас не разлучат боль и страх. Время. То есть вначале как бы было, естественно, полная фигня, потом как-то это стало выравниваться. То есть я и сейчас не считаю, что как бы я чего-то добился идеального. То есть все в процессе. Нельсон достаточно закрытый человек, но не потому, что он не любит общение как таковое, просто он открывается людям только близким и тем, которым он начинает понемножку доверять. При этом он достаточно позитивный человек, достаточно оптимистичный, иногда очень веселый, он нас бодрит в туре какими-то своими приколами. Я думаю, у него действительно уникальный голос, он очень необычный, то есть таким тембром, я не знаю, кто обладает, только академические певцы всякие разные, там оперные, может быть, вот, но в качестве рок-вокалиста, я думаю, это просто супер вообще. То есть это не похоже ни на кого, и я услышал, например, вокал Нелла еще до того, как вокал такого типа стал модным. То же самое, знаете, как вот передача «Секреты кулинарии». То есть, а сегодня мы готовим офигительный торт. Нет, конечно, нету. То есть что-то просто ты пробуешь, у тебя пробуешь, оттачиваешь, получается, то есть там не получается, то есть ты пытаешься это как бы, ну, домыслить, довести до ума. В этом плане как бы, ну, нет. Больше, мне кажется, играет роль то, что ты слушаешь. Надо слушать как бы очень большой массив материала всякого различного, то есть и ты совершенствуешься, то есть с чем-то новым по большей степени. А то, что как бы петь в ванной, ну и в принципе как бы на песнях в ванной, я думаю, это и заканчивается. А то я не в курсе. Сегодня мы реально отогвались.